Геннадий Соловей зацверджаны на пасадзе старшыні гомельскага аблвыканкама. Такое рашэнне сёння прынята на пазачарговай сесіі абласнога савета дэпутатаў. Як праходзіла галасаванне, ведаюць нашы карэспандэнты. У вялікай залі гомельскага аблвыканкама члены савета рэспублікі, дэпутаты нацыянальнага сходу і абласнога савета, кіраўнікі выканаўчых камітэтаў, прадпрыемстваў і арганізацый рэгіёна. Напярэдадні прэзідэнт Беларусі назначыў Геннадзя Салаўя кіраўніком вобласці. Зараз у адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам на гэтай пасадзе яго павінна зацвердзіць сесія аблсавета. Працоўны шлях Геннадзь Салавей пачынаў заатэхнікам. На розных пасадах працаваў у сельскіх гаспадарках Мінскай вобласці. У розныя перыяды ўзначальваў Клецкі і Нясвіжскі раёны. З лістапада мінулага года быў першым намеснікам старшыні гомельскага аблвыканкама. Являюсь уполномоченным представителем главы государства по Гомельской области. Я общаюсь с руководителями различного уровня, с председателями райисполкома, руководителем хозяйств, предприятий. И, в принципе, хорошие отзывы о работе Геннадия Михайловича уже в должности первого заместителя председателя Гомельского областного исполнительного комитета. На самом деле Геннадий Михайлович требовательный, принципиальный и честный человек. Это, скажем, и моя личная характеристика, и не только моя. Я просто уверен, что вот с его приходом и назначением на должность председателя Гомельского областного исполнительного комитета область получит новый импульс в своем развитии. Геннадзь Салавей родился в 1963 году в Новогрудском районе. Подчас представления его характеризуют как человека, который может вырашать задачи любой складанности. И он опытный аграрий и керовник с великим стажем. Мы спокойно и ровно провели посевную, обеспечили без всяких катаклизмов селян Гомельской области удобрениями в сроки, в полном объеме, в соответствии с квотами. И это большая его заслуга. Я его могу охарактеризовать как действительно человека, настоящего хозяйственника. Сегодня это уже звучало. Это профессионал своего дела, который прошел все ступеньки карьерного роста и знает не понаслышке все вопросы изнутри. Зацверджанне на пасадзе старшыні гомельскага аблвыканкама праходзіць адкрытым галасаваннем. Усе дэпутаты за. Геннадзь Салавей атрымлівае пасведчанне кіраўніка рэгіёна і прыступае да выканання сваіх абавязкаў. Конечно, развитие промышленности, есть определенные проблемы, которые сегодня нацелены мы решать. Есть вопросы, которые сегодня мы должны однозначно уделить нашему сельскому хозяйству. И предназначение президента было обращено внимание. Да, на самом деле Гомельщина, она имеет определенный свой спектр развития, она имеет свои определенные и проблемы, которые мы сегодня однозначно должны принять решение и исполнять для того, чтобы нарастить объемы производства. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Габанько, телерадио, компания «Гомель».